Здравствуйте. Мы находимся в парке Кидзани, Москва. Я руководитель направления охраны труда и промышленной безопасности Павла Екатерина. Сейчас мы находимся в туннеле Sky Vortex, который нам изготовила компания Sky Production. Этот туннель мы эксплуатируем уже более месяца, порядка 10 часов в день. Спасибо компании Sky Production за такую прекрасную продукцию.